Семена виолы крупноцветковой Экстрада Пинквиз Блоч высевают на рассаду в марте или в первой декаде мая в открытый грунт. Для растения предпочтительно выбирать хорошо освещенные места или участки в полутени с плодородной, взрыхленной почвой. Невысокие 15-20 см, кустики имеют плотный травянистый стебель и пышную листовую массу. Цветет виола Экстрада Пинквиз Блоч с августа до наступления первых заморозков. Цветы крупные, насыщенного розово-пурпурного окраса с бордовыми пятнами. Растение используется для групповой посадки в бордюрах, клумбах. Виола крупноцветковая Экстрада Пинквиз Блоч – это двулетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Виола прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания виола прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает виола крупноцветковая Экстрада Пинквиз Блоч в месяц сентябрь-октябрь. Интересные цветы виола могут быть до 80 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.